девочки, привет всем! Сегодня с вами печем. Сегодня с вами делаем тортик из ревеня. Смотрите, мы купили вот такой вот ревень. Сейчас мы его почистим. Тортик этот получится кисло-сладенький с ванильным пудингом. Да. Пахнет ванилька, да? Ванилин. Одну минутку нужно его вот так вот помешать. И до после балкон, да? И потом может он остывать, уже будет готов для нашего пирога. Я уже приготовила здесь все ингредиенты, у нас готовы стоят. Значит, чистим мы наш ревень. Хорошо очень чистится, такие снимаются с него, видите, полосочки. Ой, пахнет как. Обожаю ревень, салат с ревнем, с яблоками. Очень тоже вкусный. Все, почистили мы его, сейчас порежем на дольки. Алло, режем на дольки. Потом будем укладывать на тортик сверху. Не широкие, а такими, ну, миллиметра может 8. Порезали мы это все дело. Складываем в такую мисочку. И будем заниматься нашим тестом. Берем 4 яйца. Вот у меня здесь уже, сейчас покажу вам. Вот, значит, у меня здесь 4 яйца, 80 грамм молока, 200 грамм сахара, 200 грамм маргарина, бак-пульвер, ванилин и, конечно же, рабарба. Взбиваем яйца с сахаром. Сахаром и с ванильным сахаром. Сейчас добавляем маргарин. Он немножко у нас подтаял. И позже перемешиваем все. Вливаем молоко. Теперь добавляем частями муку. Мука у нас уже будет перемешана с бак-пульвером. Сразу добавляю частями. Он тогда лучше вымешивается, когда частями. Сейчас добавили, перемешаем, потом вторую часть. Высыпаем остальную муку. Ой, я ее капает. Все. Перемешиваем и отправляем в духовку. Значит, девочки, берем вот такой лист. Застилаем его пергаментной бумагой. И просто выливаем сюда наше тесто. Тесто получилось вот такое жиденькое.
Значит, ой, надо вытереть здесь. Значит, на вот этот, на наш лист выливаем тесто. Да, оно у меня не выливается, а высыпается. Вот такое красивое кремовое тесто получилось. Сравниваем все хорошенько. Квадратиком оно должно у нас получиться вот таким. Боже, какое приятное тесто, так работать с ним приятно. Первый раз делаю, девочки. Я бы так вечно его гладила. Лина, смотри, какое красивое. Красиво. Да? А мясо будет маргарина сотрудничать, пахнет. Си. Включаем мы свою духовку 160 градусов. Значит, тесто мы выложили. Пудинг наш тоже остыл. Сверху высыпаем пудинг. Он прям сильно застыл. Мало. Я, конечно, его немножко поела. Ну, как поела? Попробовала. Вкусно. Запах приятный, ванильный. Я думаю, может быть, не только ревень. Сюда же, наверное, подойдут любые другие фрукты. Просто я думаю, у нас, ну, дома у нас не было ревня. Если вы не найдете ревень, может быть, сюда что-то другое подойдет, какие-то. Даже не знаю, яблоки, может, груши или что-нибудь такое. Девочки, смотри, ой, съехал. Смотрите, вот такая красота получается. И отправляем мы это в духовку на 160 градусов примерно 45-50 минут.